Приветствую всех любителей лыжного спорта. Завершился чемпионат мира и международный лыжный сезон. Александр Большунов во второй раз становится обладателем Кубка мира, дистанционного кубка, и получает звание чемпиона мира. В свою очередь российская команда уверенно побеждает в Кубке наций. Но говорить мы будем сегодня не об этом, а об этом вот парне. Думаю, многие из вас узнали его. Шведский дистанционный лыжник Йонс Бурман впервые в карьере поднимается на подиум, заняв 3-е место. Он шел к этому на протяжении многих лет. Спортсмен ведет свой собственный влог на ютубе и активно общается с болельщиками в социальных сетях. Шведская пресса оценила бронзу Йонса как большой успех шведской мужской лыжной команды. После спортсмен разместил видео на своем канале, посвященное завершению международного лыжного сезона. Мы посчитали нужным перевести его на русский язык и показать его на нашем канале для ознакомления. Кто должен был следить за тем, чтобы дорога была открыта? Оставь меня в покое. Это того стоило, из-за реакции Карла Йохана. Вы бы видели его реакцию, когда мы остановились. Надо же было именно сегодня перекрыть дорогу. Какой день, успешный тренер. Я должен опубликовать это в нашей группе в WhatsApp. Как это исправить? Да как? Мне нужно расчистить дорогу. Сначала нам нужно что-нибудь съесть, прежде чем мы убьем друг друга в машине. Да, мне нужна еда сейчас. Может ли кто-нибудь погуглить еду в Давосе? Печально, что дорога закрыта. Пицца была бы вкусной. Я могу снимать, когда ты нам точно покажешь, что произошло. Мы ехали вот так. Потом мы пришли сюда. Проклятие. Дорога закрыта. Будет ли быстрее, если мы будем идти по горе, а не объезжать ее? Да? Черт побери, Бьорн. Это хорошие кадры. Выглядит мрачно. Это печально. Это совместимый с Кел Хобланд. Да, я должен поставить на это его музыку. Здесь красиво. Жаль, я не могу открыть глаза, потому что он слишком яркий. Позже посмотрю видеоблог, как это было. Я не вижу, что записываю. Почему ты так много ешь? Мы уже нашли другой способ. Сколько? Нам нужно что-нибудь съесть. Часовой обход. 1 час. Минимум. Выглядит чертовски хорошо. Какой-то соус был отличный. Наконец-то мы приехали. Какое-то приключение. Новый день, новые возможности, как обычно говорит наш шеф-повар Пей. Да, нам его здесь не хватает. Теперь вы понимаете, о чем я. Да. Это действительно забавно. Мы в Швейцарии. СОЦ. СУС. Возле Сент-Морица. Что вы сказали? Сент-Мориц. Морис. Сент-Морис. Борис. Мы рядом с Борисом. Готовы к гонкам Кубка мира в следующие выходные. Пора тренироваться. Кто-то сбил тебя с толку. Похоже на Клоузджа. Как Клоузджа, но другой.
Красивый вид. Нравится Фулфьюлин? Вот и Стархогна. Проверяю грубую для субботнего масс-старта классику. Похоже на грубый, на котором можно сдвоить полюс. Так это печально. Здесь нет ничего некрасивого. Массивные горы. Хочу напомнить, что вы можете заказать гугли, которыми пользуюсь я. Если вы воспользуетесь ссылкой под этим видео, скидка 15%. Именно такой дизайн. Так что идите и заказывайте пару, пока не закончился запас. Сегодня не было никаких солнцезащитных очков. Как ты красиво. Мы живем здесь уютно. Хоть и немного неряшливо. Яркий тоже. Давайте посмотрим на улицу. Мне нужно сначала поставить этот фильтр. Дом находится на ремонте, поэтому выглядит не очень хорошо. Здесь есть спуск. Здесь много гор. Что на другой стороне? Здесь тоже горы. Ты нашел горы? Да. Вы действительно наслаждаетесь погодой? Идет снег. Идет снег. Красивое вечернее солнце. И идет дождь. У нас нет балкона. Я быстрее загорела. Этим хорошо. Реально. Сегодня суббота и еще один гоночный день. 15 километров классический масс-старт. Ранее я говорил, что это двойной опрос, но это не так. Это технические зоны, поэтому здесь нужны диагонали. А также несколько подъемов, которые могут усложнить задачу. Здесь я использую мазь держания. Это тоже большая высота. Раньше я хорошо выступал на больших высотах. Так что надеюсь, что сделаю это и сегодня. Посмотрим, как мое тело восстановилось после 50 километров с прошлых выходных. После гонок я немного устал. Я собираюсь приложить все свои силы в последние выходные Кубка мира. Это было хорошо. Думаю, я занял 4-е место. Как я уже сказал, 4-е место. Ощущаю, что я делаю поступательные шаги после каждой гонки. Сегодня я чувствовал себя сильным. Сейчас я приближаюсь к своему первому подиуму. Я буду стремиться к этому завтра. Какой-то велосипед для ног. Ресифрути. Перезагрузить. Легкий и вкусный завтрак. Сегодня немного ветрено. Также время от времени идет снег. Так что во время гонки у нас будет встречный ветер и, возможно, снег. Так что сегодня будет тяжело. Но я начинаю 4-м. Вокруг меня отличные лыжники, так что это может быть хорошо. Последняя гонка Кубка мира в этом году, так что теперь я выложусь на все 100. Погнали! The second place, ladies and gentlemen, has Mr. Holmes Glory! First place in the winner of today's race is Sina Lexa Kruger, representing Norway! Несколько заключительных слов, Йонс. Наконец-то я получил сыр. Смотри сюда. Вот я. Вот черт возьми, он большой. Я приготовлю сырное фондю, когда вернусь домой. Успешно справился. Мой первый подиум на Кубке мира. Я сделал это в последние гонки этого сезона.
Было так приятно. Я уже с нетерпением жду гонок следующего сезона. Я только что вернулся в гостиничный номер. Сегодня вечером мы немного отпразднуем. Затем мы отправимся домой рано утром. Я очень давно не был дома. Последний раз это было, когда участвовал в национальном чемпионате в России. Приятно будет вернуться домой. Теперь мне нужен душ. Такое ощущение, что я сижу в его кабине. Генс, ты снимаешься? Да это хороший материал. Джаз Гриппин, нас провожают в Эстерс из-за женских успехов на чемпионате мира. Шведская армия обычно так делает, когда мы завоевываем медали. Лучше бы нам стать летчиками и истребителями. Да, похоже, у него есть место еще для двоих. Как ты себя чувствуешь, Майя? В виде почетное сопровождение шведской армии. На самом деле это смотрится очень мощно. Я чувствую себя особенной. Да, это так. Это действительно круто. А где он? Мощный. Я доволен. Я бы предпочла вместо этого оказаться в том самолете. Ты когда-нибудь видела раньше Джаса Гриппина? Да то же самое было, когда мы летели домой из Зиёфинга. Я стена и Йон. Они так близко. Они снижаются. Больше похоже на переворот. Я переворачиваюсь здесь. Снова в Осарне. Сегодня вторник. Вчера я вернулся домой. Я просто отправился на легкую пробежку. Просто чтобы размяться. Для восстановления я отсутствовал здесь несколько недель. Сейчас я задержусь дома ненадолго. С учетом сказанного, давайте закончим видеоблог этой недели здесь. Помните, что если вам нужны солнцезащитные очки Близ, вы получите скидку по ссылке ниже. У вас будет такая же модель, как у меня. Воспользуйтесь возможностью, если вы ищете новые солнцезащитные очки. Не забудьте поставить лайк видео и подписаться на канал. Увидимся снова на следующей неделе. Всего хорошего. Пока. Ссылку на канал Йенса вы можете найти в описании к этому видео. На этом на сегодня все. Последуйте пожеланию Йенса и поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Всем пока!